Кандидат на вылет. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт стал на шаг ближе к бирже труда. Несколько часов назад парламентская ассамблея Совета Европы утвердила изменения в регламент, которые позволяют отозвать должностное лицо. По словам нардепа Алексея Гончаренко, закат карьеры Аграмунта связан с открытой пророссийской позицией и дружбой с Путиным. Напомню, 28 апреля бюро объявило о недоверии своему руководителю и запретило ему представлять организацию.